Я Лосев Федор Федорович, президент холдинга «Мегастом», ведущий имплантолог клиники «Мегастом», заслуженный деятель науки, профессор, доктор медицинских наук. Что будет интересно в моем докладе в Санкт-Петербурге 5-6 октября этого года? Но в первую очередь мы будем говорить об аугментации кости, в том числе при одномоментной имплантации. Мы покажем свои и хорошие результаты, и осложнения, которые, безусловно, присутствуют в любой работе. Также особое внимание мы уделим научным изысканиям при изготовлении абандментов, в первую очередь самого материала. В последнее время очень широко в России используются сплавы алюминия. А как известно по последним научным данным, алюминий вызывает рак. Поэтому лекция будет интересная, насыщенная. Приглашаю всех на лекцию. Почему врачам-имплантологам и ортопедам интересно прийти на наш симпозиум? Ну, в первую очередь, из-за дружественной обстановки, которая будет существовать на симпозиуме. Это в основном коллеги, которые с нами работают 20-25 лет. Второе, что самое главное, они познают очень много о материаловедении, в том числе о сплавах алюминия. На сегодняшний день в России существует очень много конференций и симпозиумов, и врачам очень сложно определиться, где участвовать, где не участвовать. Чем отличается наш симпозиум от других? Во-первых, открытостью. Мы делимся своими и хорошими результатами, и ошибками, для того, чтобы врачи могли правильно понимать, в каких ситуациях, каким образом поступать. Ну и особое значение имеет на сегодняшний день – это Санкт-Петербург. Мы проводим симпозиум под эгидой STAR и Ассоциации имплантологов Санкт-Петербурга. И я особую благодарность хочу выразить Андрею Ильичу Еременко за то, что он вместе с нами проводит этот симпозиум. Я убежден в большом его успехе. Спасибо.